Эти новые жильцы вам что-нибудь еще рассказали? Рассказали. Вот где же моя мама? А мы откуда знаем? Но если она продала вам квартиру, куда же она поехала жить? Она нам не говорила. Может, к родственникам уехала. Каким родственникам? Я ее единственный родственник. А вообще-то, как вы эту квартиру купили? Нам риэлтор ее показал. Из агентства. Из какого агентства? Агентство недвижимости. Мне нужно связаться с вашим риэлтором, чтобы он может знать, где находится моя мама. Понимаете, я ничего не понимаю, что происходит. У меня в голове совершенно... Аня, сдается мне, что здесь произошло